Святковий заїзд на драгонботах. Заводчани визначили нового чемпіона в цьому виді. Традиційно в день святкування Дня хіміка команди ОПЗ змагаються у веслуванні. У виді, який багато хто називає найвидовищнішим, у заліку спартакіади позмагалися 5 підрозділів заводу. Я очень рад, что нам погода сегодня не помешала провести соревнования. Соревнования на самом деле получились хорошие. И то, что мы провели полуфинальные заезды и потом определили финальную четверку, финал был интересен и заезд был достаточно такой красивый. Заінтригували, а тепер безпосередньо до справи. У першому півфіналі взяли участь ВОХР, ЦВРК та ЦВО заводу управління. Першими із результатом 1 хвилина 2 секунди та 18 сотих фінішували вохрівці. Другим – цех виробництва карбаміду. Їхній час – 1 хвилина 3 секунди та 50 сотих. Третіми – ЦВО заводу управління із результатом 1 хвилина 4 секунди та 90 сотих. У другому півфіналі боролися цех перевантаження аміаку та ремонтний цех. На початку дистанції РЦ збився з курсу. Їхній човен повернув у сторону берега, а потім у протилежний бік. Та поки РЦ намагався змусити свого дракона слухатися, ЦПА направлявся до фінішу та подолав дистанцію із результатом 1 хвилина 3 секунди 80 сотих, увійшовши до фіналу. У фіналі 4 команди. Вперед виривається ЦВО заводу управління. І ВОХР додав, фінішувавши першим за 58 секунд та 65 сотих. А ЦВО заводу управління став другим, подолавши дистанцію за 1 хвилину та 31 соту. На третьому місці ЦПА. Їхній час 1 хвилина та 63 сотих. Час ЦВРК – 1 хвилина 17 секунд та 69 сотих. Отже, на ОПЗ – новий чемпіон з веслування – колектив ВОХРу. И первое место. Мы как бы подготавливались к этому заезду. Вот, тренировались. Хоть и немного было тренировок, потому что погода не особо позволяла. Вот, но мы как получалось, собирались, сделали. У нас подобралось около 16 человек. Вот мы из них сделали 2 заезда. То есть одни поплыли в первом заезде, там сделали чуть послабее. А на финальный заезд сделали, поставили четверку, поменяли более посильнее, более помощнее. Вот. И за счет, я считаю, что за счет, безусловно, тренировки, конечно, но за счет того, что у нас было кем заменить людей, вот, мы добились конечного результата, который... Заняли первое место. Ребята ходили на тренировки, рассчитывали, конечно, второе место. Для нас это очень хороший результат, благодаря тренировкам. И все довольны, и я тоже очень доволен результатом. Хотелось бы, конечно, на первое, но для этого у нас пока еще не хватает возможностей. Но будем стараться в дальнейшем. Команда ВОХРа наконец-то выиграла. Они очень много лет шли к этой победе. И им достойную конкуренцию создала команда ЦВО завода управления. Но я хочу сказать, что ребята молодцы, что откликнулись, готовились, тренировались. Очень много было работы сделано подготовительных. И ну, мы рады, что сегодня этот праздник состоялся, потому что вы сами знаете, что и коронавирус, и карантин мешали подготовке и проведению соревнований массовых. Сегодня, наконец-то, за последние 2 года мы провели хорошее мероприятие заводское. Спартакіада ОПЗ сезону 2020-2021 продовжується. Тепер заводчани готуються до змагань з плавання.